Сотрудники местной полиции Медеевского района спешат на вызов. От жителей поступил звонок. В одном из дворов два пьяных дебошира устроили драку. В день таких выездов участковых инспекторов десятки. Чаще всего обращаются по бытовым проблемам. Но бывают и случаи, когда приходится спасать человеческие жизни, рискуя собственной. Участковыми инспекторами спасали людей. Прямо зашли, заходили в горящий дом, вытаскивали 90-летнюю бабушку. Прямо на себе вытаскивал. И одного ребенка. Героических поступков казахстанскими полицейскими совершено немало. На слуху до сих пор подвиг Газиза Байтасова, который закрыл собой террориста с гранатой. А старший сержант Кайрат Джумабеков предотвратил лобовое столкновение машины и автобуса с детьми, сохранив тем самым жизни 130 ребят. Часто именно полицейские принимают удар на себя. И смотря на них, рядовые граждане тоже хотят внести свой вклад в сохранение правопорядка. С каждым годом в ряды общественных помощников полиции вступает все больше горожан. На страже городского порядка сейчас стоят 400 алматинцев. Я хочу помочь нашим сотрудникам полиции от всяких алкоголиков, наркоманов, чтобы у нас в городе была чистота. Чтобы наши дети ходили спокойно. Еще один показатель компетентности полицейских – отзывы туристов. Вчера я столкнулся с такой ситуацией в дорожно-транспортном происшествии, когда приехал наряд ДПС и очень выручил в плане того, что он объяснил, как поступить. Они очень оперативно отреагировали на эту ситуацию, смогли разрешить эту проблему. И, в принципе, вопрос решился довольно-таки мирно. Наиболее слаженно и качественно отработали с начала года участковые инспекторы. За это время они успешно расследовали больше 3500 преступлений. Это на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года. К тому же половина из них раскрыта по горячим следам. Количество грабежей также сократилось на 20%. Настолько же меньше в городе стало и разбоев. По итогам 6 месяцев лучше сработали в раскрытии преступлений по горячим следам. Также лучше сработали по выявлению административного правонарушения. Проведена определенная работа по недопущению нарушений в сфере семейных бытовых отношений. Стабильно снижается в городе и подростковая преступность. Отслеживать по горячим следам юных нарушителей помогают камеры во дворах. Сейчас в городе установлено больше 62 тысяч видеофиксаторов. До конца года они появятся еще в 250 дворах. Рамина Макаримова, Канат Кигизбаев, телеканал «Алматы».